Как известно, Министерством народного образования и национальной телерадиокомпанией Узбекистана организована трансляция видеоуроков в соответствии с учебным планом. Видеоуроки пользуются успехом среди школьников, при этом труд около 60 учителей вознагражден. Подробности в материале выпуска. С 17 марта текущего года к подготовке видеоуроков, съемки которых проходят в студиях национальной телерадиокомпании Узбекистана, привлечены более 150 преподавателей, победители конкурса «Лучший учитель предметник года», авторы учебников, а также международные специалисты. За довольно короткий срок около 60 педагогов, которые уже успели поделиться своими знаниями, получили достойную награду. Министр народного образования наградил учителей нагрудными знаками «Отличник народного образования», «Халк талымы фидоисы» и почетными грамотами. Сложно в том, что приходится какие-то моменты вспоминать прямо вот перед камерой. Но мы не люди публичные, мы не люди те, которые стоят все время перед камерой. Это детки на нас смотрят, да. И их глазки – это вот то, что нас оценивает. И вот когда дети, именно дети, родители – да, но когда дети говорят действительно спасибо, я понял тему, это многого стоит. В соответствии с поручением президента мы организовали онлайн-уроки посредством трех телевизионных каналов, которые были специально открыты для всей страны, для бесплатного просмотра. Если проанализировать, то среди многих стран мы первым успели открыть эти каналы. И это было очень высоко отмечено и со стороны многих международных организаций, таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие. И это получилось только благодаря самоотверженной работе и труду всего педагогического коллектива и всей команды национальной телерадиокомпании, которые оперативно нам предоставили все возможности для снятия онлайн-уроков. И благодаря такой тесной работе всей команды мы смогли своевременно запустить эти уроки. По итогам первой недели мы бы хотели выразить свою благодарность от имени министерства своему самоотверженному труду наших педагогов и пришли сегодня для вручения нагрудных знаков отличия для наших педагогов. Обычно такие награды вручаются к праздникам, ко дню учителя и так далее. Но именно сегодня такой случай, когда не надо ждать праздников, именно наши педагоги, они проявили отвагу. 6 200 000. Именно столько учеников. У каждого свой характер, каждому нужно найти особый подход. И в этом процессе немалая роль отведена родителям. Стоит вместе делать уроки и работать с ними.